В отношении убежища я бы тут не спешил предоставлять, но то, что сегодня вот сущность Америки и той элиты, которая правит Америкой и пытается править миром, а это прежде всего мощные финансовые круги, вот их деятельность становится сегодня достоянием уже американских граждан. И посмотрите, вот эти, какие мощные демонстрации были. «Захвати Уолл-стрит», там другие акции проводились. То есть американцы уже хотят быть полноправными гражданами. Они понимают, что и закон о патриотизме, и другие вот акты, особенно о борьбе с терроризмом, они прежде всего за горло взяли не террористов, как правило, искусственно формируемых, а взяли самих американцев, и они пытаются протестовать. Ну, у каждого формы протеста разные, вот, ну и названные, вот те, которые сегодня в пике, Ассанж и другие, они вот нашли эту форму протеста через донесение правды, донесение истины. Это своего рода такой вот способ борьбы против диктатуры финансовых кругов, диктатуры элитно-административной системы.